Всем огромный привет, дорогие друзья! Сегодня я буду открывать посылочку из интернет-магазина Grand Stock. Кому интересно, оставайтесь на канале. Давайте посмотрим, что же я тут заказала. Пришла мне вот такая небольшая посылочка. Заказала я тут совсем немного, но мне очень нравится этот магазин. Это Ивановский текстиль. Давно там заказываю. Люблю этот магазин за то, что там низкие цены и хорошее качество продукции. Ну и опять же натуральные материалы тоже меня порадовали. Давайте я сейчас открою и вам покажу. Ну вот тут сразу попадается возвратная ведомость. Если что-то вам не подошло, можно вернуть. А насчет оплаты можно оплатить сразу, а можно и наложенным платежом. И, по-моему, там даже нет минимальной суммы. Как бы на любую сумму можно заказывать. Так, здесь у меня попадается вот туника. Так, что тут? Набор полотенец. Потом все внимательно посмотрим. Платье женское. Туника женская. Так. Футболка мужская. И заказала я еще тут скатерть. Так, и тут товарная накладная тоже имеется. Вот она. Вот. Ну, теперь давайте внимательно рассмотрим. Ну, давайте я еще несколько слов расскажу. У них обновился сайт. В общем, очень много продукции. И так легко заказывать. Обновленный сайт. Очень удобно заказывать как с компьютера, так и с телефона. Так, что еще хочу сказать. Есть у них еще собственное производство, называется Ова Нави. Вот оттуда у меня тут будет вот эта скатерть, потом посмотрим. У них вот из этого производства продукция гораздо дешевле даже. Есть еще отделы по распродаже, есть отделы для детей, постельное белье, женская, мужская одежда. В общем, очень много всего. Ну, давайте сейчас раскроем и посмотрим. В этот раз я не стала постельные комплекты заказывать. Смотрите, заказала скатерть. Это скатерть гобеленовая. Вот по такой цене. Смотрите, очень вкусная цена. Правда, размер здесь небольшой, но я заказала для небольшого столика. Мне очень нравятся гобеленовые вещи. Они прямо очень красивые. Сейчас я постелю, вам покажу. Очень красивый рисунок. Смотрите, это бы хорошо вписалось, например, на дачу куда-нибудь. Вообще супер красивая расцветка. Так, здесь у меня еще набор кухонных полотенец. Они идут, по-моему, две штуки вот такого размера и вот по такой цене. Так, давайте посмотрим. Вот такие веселые полотенца с авокадо. Правда, прелесть? Можно прям подарить, да? Такие веселые подружки. Прелесть просто. Это вафельное полотенце куда-нибудь на кухню. Ну, теперь давайте одежду посмотрим. Из мужской одежды я заказала футболку для сына. Смотрите, 46 размера. Он носит 46. Вот такая цена. И давайте посмотрим. Ну, вот так красиво смотрится. Мне кажется, очень красивая футболка. Вот с таким не очень заметным рисунком. Повернись. Вот 46-й. Ну, эта футболка как бы не в обтяжку, но довольно красивая расцветка. И что касается расцветок, повернись. Мне, например, пришли все те расцветки, которые я заказывала. А вообще можно, конечно, там написать. Если вы не хотите замену, то так и можно указать. Все. Ну, а теперь буду мерить я. Смотрите, вот такая туника женская. 48 размера. Все мои заказы были 48 размера. То, что для меня. 100% хлопок. Туника трикотажная, женская. В общем, все ссылки будут внизу на те товары, которые я заказывала. Вот так смотрится на мне эта туника. Такая прям морская тема. Сзади она длинная. Видите? Спереди вот такая овальная короткая. Очень красивая футболочка, ну, туничка. С мечтой о море я ее заказала. Ну, не знаю, получится нынче отдохнуть или нет. Ну, вот, очень красивая вещица.
Следующая туника тоже 48 размера. Здесь состав хлопок 60. Так, хлопок. В общем. А, по 50% хлопок и полиэстер. Но здесь тема, конечно, не очень такая летняя. Вот с такими рукавами 3/4. Но цвет здесь просто обалденный. Мне очень идет такой цвет. Вот такая очень красивая туничка. Просто супер. Мне очень понравилось. Так, по цене давайте покажу вам. Вот такая цена. Видно или нет? В общем, все цены очень доступные. И материал тоже, кстати, весьма приятный. И последнее, что я вам покажу, это вот такое платье с лимонами. 100% хлопок, тоже 48 размер. И вот такая цена. Очень приятное тоже платье. В жару носить просто супер. Оно длинное. Оно прямо очень длинное, но как бы в пол. У меня рост 164. Есть еще здесь карманы. Сейчас я вам покажу прямо до низу, как смотрится. Ну, вот такая очень хорошая длина. Длинное платье, но не так прям не до пола. Но очень комфортное для жаркого лета. Ну и опять же, расцветка тоже очень такая яркая, нарядная. Очень мне понравилось. И я забыла сказать самое главное, девочки. Вот с этим промокодом вы получите 15% скидку на весь заказ. Промокод я напишу еще и внизу, в описании. Ну, а теперь я с вами попрощаюсь. До следующего видео. Пока-пока.